Добрый день. Мы, ребята из Украины, обращаемся к гражданам России и Беларуси, верно? Вы же на нас напали. Хочется донести наш месседж именно гражданам, народу России, который, мне кажется, деградирует. Он не видит или не хочет видеть. Есть такая фраза: бездействие хуже смерти. Вы говорите, ваш Путин говорит, что он освобождает нашу Украину от неонацистов и кого там еще? Неонацистов бендеровцев. И бендеровцев, там еще кто, какой-то бред несет. Так вот, я хочу сказать, что я человек по фамилии Мамедов, по национальности азербайджанец. И на сегодняшний день являюсь депутатом одной из самых красивых громад Украины. Где вы, блядь, видели здесь неонацистов, наркоманов? Наркоман, кстати, ваш Путин. Почему? Потому что уже известно, что власть — это самый большой наркотик. Это, наверное, он себе берет еще одну какую-то дозу, повышает, так скажем, этот адреналин. Наркоман он, гребаный, он уже отжил свою жизнь, 70 лет, сколько можно. Вы будете расхлебывать то, что он наделал, еще ваше поколение, еще 10, 20, 30, не знаю, страшно представить, сколько будете расхлебывать. Распустите это видео, поширьте там, не знаю, что угодно, делайте какие-то действия. Потому что, еще раз повторюсь, бездействие — это хуже смерти. Но при этом мы готовы защищать свою землю, свои территории, своих людей. Мы никого не боимся. Ну и, конечно, крови на руках не хочется оставлять. Выходите на улицы, говорите, кричите, но останавливайте этот хаос, эту войну. Слава Украине! Героям слава! Я добавлю пару слов. Здесь информация с российских СМИ, да, там, и с нашей стороны. Здесь мы друг друга обвиняем в том, что Россия говорит, что нам втирают, там, мы говорим, что Россия втирает. Но давайте здраво посмотрим. Ну, Россия заявляет, что нас освобождает. Но по сути, что происходит? Нас не освобождают, мы сейчас стоим не военные, мы гражданские люди, мы сами защищаемся от России. Посмотрите трезво на данную ситуацию. Нам помощь не нужна. Всех благ. Победа за нами. 100%. В нашей стране нужен мир. Вы пришли к нам, не мы к вам. Так же, как и в вашей стране нужен мир. Поэтому, ребята, нужно понимать, что тут живут славяне. Что вы, если вы считаете украинскую культуру частью своей культуры, то вы бьете по этой же своей культуре. А это что означает? Что вы и себя бомбите, придурки. Выходить надо на улицы, не молчать. Потому что, еще раз, завтра будет свою власть. Конечно, она уже происходит. То есть вы сами себя уничтожаете. Нас-то не уничтожить невозможно. Мы на своей земле, мы на своей территории. От малого до великого все стоят. Все готовы полностью до конца. Никто, даже не думайте, что народ отступит. Если вы даже что-то, какой-то город возьмете, вы ничего с этим не сделаете. Потому что народ против. Люди не примут. Конечно, люди не примут и не принимают. И никогда не примут. Огромная страна у вас, блядь, самая большая в мире. Стройте, развивайте, что вы ходите. Вон, Турция тоже сильная. Никуда ж не лезет. Китай еще сильнее, никуда ж не лезет. Вы какого хрена там решили себе освобождать кого? Освобождать нас не нужно. Героям слава!